Всем огромный привет! Сегодня я нахожусь в магазине «Светофор», это город Ульяновск, проспект Антонова, 18. Хочу сделать для вас обзор, а также покажу, что появилось на этой неделе. Желаю вам всем приятного просмотра! В магазине «Светофор» появилась новинка. Посмотрите, какие завезли полочки фигурные. Полка из ЛДСП, называется «Техно». Размер 20x66x65. Цвет называется «Ясень Шима Светлый». Здесь их очень много, продаются они в разобранном виде. А вот, кстати, они есть двух цветов. «Ясень Шима Светлый» и «Венге Темный». Цена 596,50. Из этой же серии есть фигурная полочка в виде лесенки, называется она «Универ». Ее размер 66x20x65. Цвет есть «Венге Темный». И еще есть цвет, называется «Ясень Шима Светлый». Эта полочка уже светлее. Производитель Республика Удмуртия, мебельная компания «Мама». Стоят они 596,50. Также в наличии есть духовка электрическая «Уралочка» мощностью 1500 ватт. Здесь она в сером цвете. Объем камеры 39 литров. Есть терморегулятор температуры. Есть таймер на 90 минут и 4 режима нагрева. Цена 2970 рублей. Из бытовой техники здесь есть еще фен для укладки волос электрический мощностью 2200 ватт. У него 6 режимов сушки, имеется в комплекте насадка. Цена 398. Чайник электрический «Миролюкс» объемом 2,3 литра, мощность 1500 ватт, он в коричневом пластиковом корпусе, внутри стальной, с закрытой спиралью, цена 519. В ассортименте по цвету здесь в наличии есть наборы мисок с крышками, в наборе 3 миски разного объема, здесь несколько расцветок, цена 177 рублей. Также в продаже имеются металлические навесные полочки, есть угловые, такие высотой 40 сантиметров, они двухъярусные, крепеж идет уже в комплекте, и есть еще такие прямые, тоже два яруса, вот. Металлическая полка двухъярусная. Изготавливаются они в России, город Барнаул. Цена 185,50. Лоток для обуви черного цвета с бортиками. Размер 70 на 37 сантиметров. Производитель Россия. Очень удобные лоточки, можно использовать везде. Цена 74,80. Еще одна очень полезная вещь – это модульное покрытие, которое можно использовать для тропинок на даче, либо как для покрытия под садовую мебель или для организации детских площадок. Здесь 9 штук размером 33 на 33, цена 465. А это ведерки Style, такие вот они ажурные, в яблочко, объем 10,5 литров с ручками. В наличии есть два цвета, производитель Россия, цена 98,50. А это ланчбоксы, точнее набор ланчбоксов, здесь их 3 штуки. Объемом 380 мл, 800 мл и 1,5 литра. Все они с крышками, крышки застегиваются на защелке. Прозрачного цвета, цена 157 рублей. В «Светофоре» есть в наличии кашпо для цветов, большие, объем 12 литров. В наличии есть два цвета, белые и коричневые, производство России, цена 99,50. Также в наличии есть табуреты плетеные, пластиковые, высокие, по 179,60, производство России, в наличии два цвета. Стулья садовые «Престиж», изготовлены они из металла и массива дерева, цена 750 рублей. Производство также Россия. Корзина для белья объемом 48 литров, она с крышкой и с ручками, два цвета в наличии, цена 294. Также в наличии есть пеномонтажная бытовая «Техно Николь Мастер». Баллоны большие, цена 265,50. В ассортименте здесь есть панели листовые из ПВХ, смотрите, как их тут много. Есть фигурные, есть просто прямоугольные, разные расцветки. Размер панели 96 на 48 сантиметров. Изготавливаются они в России, в наличии очень много, цена 83 рубля. Также есть туристические столики складные, они на металл-каркасе, видите, здесь ножки идут металлические, а сама столешница из ЛДСП. Размеры здесь тоже указаны, 45 на 54 на 49, максимальная нагрузка 50 кг, изготовитель Россия, город Барнаул. В наличии вот только такого темно-коричневого цвета, цена 572. Обновилась упаковочка мыла, которая против пятен, антипятно называется. Мыло хозяйственное, твердое, 72%, масса кусочка 200 грамм. И вот в таком варианте уже были мыло отбеливания для любых тканей. Цена 25,90.
Также в наличии есть матрасы Холкон, они размером 80 на 200 на 5 сантиметров. На матраснике у них съемная цена 1039 рублей. И в ассортименте есть подушки Лебяжий пух. Здесь они с 50 на 70 размером и 70 на 70. 70 на 70 стоит 269, 50 на 70 228 рублей. Только они здесь лежат наоборот сверху. Здесь размером большие, там поменьше. В продаже снова появились сахарницы-креманки на высокой ножке диаметром 11 см. Изготовлены они из стекла, производитель Паша Бахче, цена 39. Также есть кастрюли эмалированные с крышкой и с ручками объемом 9 литров в наличии. Два варианта с грибочками и с полевыми цветами. Цена 579. А это кувшины для воды, они стеклянные с полипропиленовой крышкой и ручкой. 1,7 литра стоит 100 рублей. Тарелка десертная диаметром 20 см. Изготовлена она из керамики, производитель Китай, цена 37. Кастрюля алюминиевая с антипригарным покрытием, объем 3 литра, она со стеклянной крышкой, цена 600 рублей. В наличии еще остались наборы ножей из нержавеющей стали. В наборе их 3, размером 15, 12 и 8 см. Материал нержавеющая сталь, полипропилен и антиналипающее покрытие. В наличии 2 цвета, цена 147 рублей. Банка бакалейная Viva от Паша Бахче. Она стеклянная, объемом 900 мл. Продается с крышкой, на которой имеется силиконовая вставка для того, чтобы плотно держалась. Производитель Россия, баночки очень красивые. Здесь они в продаже в индивидуальной упаковочке, в подарочной, цена 99. Также есть наборы посуды для завтрака, для детей. Здесь очень много вариантов. В наборе 3 предмета: кружка, тарелка и салатник. Смотрите, как много вариантов. Производитель Россия, цена 200 рублей. В продаже есть очень классные игровые наборы, магнитные цифры. В наборе идет игровое поле, 10 игровых заданий, 25 магнитных цифр и 10 знаков. Производство Россия, цена 135 рублей. Также есть плакаты обучающие, моя обучающая таблица, которая работает от батареек. Здесь можно учить песенки, стихи, цифры, цвета и даже ноты. Буквы уж само собой, цена 187. Здесь суперлегкий пластилин, в наличии есть 48 цветов, посмотрите, как много, все цвета яркие, все упаковано в пакетике. Производство Китай, цена 239. Гуашь, 12 цветов, все очень яркие. Покажу вам, как они выглядят в баночках, смотрите, цвета достаточно яркие, вообще классные. Производство России, изготавливаются они в России, цена 73 рубля. Пластилин, тоже 12 цветов, стек для лепки тоже идет в комплекте. Кусочки по 20 грамм, цвета тоже очень яркие. Цена 35 рублей. В магазине Светофор в продаже есть наборы гелевых ручек. Здесь 6 штук в упаковке, 2 синих, 2 черных цвета, красный и зеленый. Цена 38,90. И есть ручки с синими чернилами, в упаковке их 10 штук, производство Китай, цена 33 рубля. В ассортименте здесь есть коктейли молочно-соковые, всего 3 варианта. Объем 930 мл, называется Milk Juice, цена 35 рублей. А это молочный коктейль со вкусом соленая карамель от Эрман. Покажу вам состав. Масса здесь 260 грамм. Цена 43 рубля. Творожная масса с изюмом. С массовой долей жира 9%. В составе нормализованное молоко, творог, сахар и изюм. 450 грамм. Изготовитель Пермский край. Цена 53 рубля. А это молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира. Произведен по технологии десерта. Клубничный. 450 грамм. Так, изготовитель Россия, Пермский край. Продукт годен не более 14 суток, стоит 43 рубля. И есть второй вариант уже со вкусом персика. Цена такая же. А это молокосодержащий продукт, российский, классический, с массовой долей жира 50%. Заменитель молочного жира, цена 228. Сардельки, изделие колбасное, вареное из мяса цыплят, бройлеров. Называются аппетитные. Масса здесь 1 килограмм. Изготовитель Республика Татарстан. Они стоят 98 рублей. И есть сардельки студенческие. В большой тоже упаковке. Сейчас почитаем, что здесь. Мясосодержащий продукт. Колбасные изделия категории Б. Охлажденные. В составе фарш куриный.
И есть еще элементы из говяжьего жира. Жир говяжий, крахмал, ну и так далее. Цена 146,90. Колбаса полукопченая по-краковски. Так, категория Б. В составе говядина, свинина, мясо птицы, крахмал, соль, посолочная смесь, специи, стабилизаторы, красители. Стоит 198,90. Колбаса вареная, докторская, ГОСТ. Категория А. Вареная, охлажденная. В составе свинина, говядина, вода, продукты яичные, молоко сухое, обезжиренное, соль пищевая, посолочно-натриевая смесь, сахар, песок, стабилизаторы, антикислители. Производитель Петровские деликатесы, город Санкт-Петербург. Она стоит 176,90. И есть колбаски венгерские, тоже в упаковке, здесь их очень много. Колбасные изделия категории Б. В составе говядина, свинина, мясо, птица, шпик, крахмал, соль, эмульсия, пищевая, посолочно-натриевая смесь, пряности, стабилизаторы и антикислитель. Изготовитель тоже Санкт-Петербург. Цена за килограмм 183,50. И есть колбаса полукопченая по-черкизовски. Изделия колбасные, полукопченые, мясные категории Б. Свинина, мясо, кур, механической обвалки, свиная шкурка, картофельный крахмал, вода, пряности и разные-разные всякие окислители и стабилизаторы. Стоит 71,30. Мясо свинины очень много, кусочки есть разные, маленькие, большие, кусочки на костице, на 200 рублей за килограмм. Также есть в наличии шампиньоны российского производства, здесь тоже их очень много, цена 139,90. Форель слабосоленая, филе кусок, хвостовая часть, 150 грамм, в упаковке цена 144 рубля. И есть сельдь тихоокеанская, холодного копчения, тоже в вакуумной упаковке. 300 грамм стоит 41 рубль. Яйца, сорт 2, ячейка 30 штук, стоит 116,90. На сегодня это все. Если понравился обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Увидимся очень скоро. Всем пока!